На полном ходу протаранил 3 машины, не имея права садиться за руль. Крупная авария произошла на проспекте Победы. По предварительной версии, ее спровоцировал водитель Volkswagen Polo. Как оказалось, молодой человек сел за руль, будучи ранее лишенным водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде. При этом стиль его езды очевидцы спокойным и адекватным назвать не могли. Айрат Назипов убедился, что не все поврежденные автомобили имеет смысл восстанавливать. Сотрясение, скорее всего. Сотрясение головой ударило. Госпитализированные стали, да, его? Отказались. Основной удар пришелся на автомобиль Hyundai. Иномарка полностью лишилась задней части. Несмотря на серьезное столкновение, ее водитель отказался от госпитализации. Предполагаемого же виновника спасли подушки безопасности. О том, как произошло ДТП, водитель Volkswagen объяснил коротко. Да, я не заметил. При проверке документов выяснилось, что ранее владельцы немецкой иномарки лишили права управлять автомобилем. А за что лишили? За пьянку. По рассказам участников аварии, водитель Volkswagen Polo прямо на ходу протаранил Hyundai. Последний по инерции отбросил на Renault Sandero и Ладу Гранта. Всего различные повреждения получили 4 машины. Автомобили в момент аварии только начинали притормаживать перед перекрестком. Уже был красный свет, все притормаживали. Он несется с большой скоростью. Он уже с проспекта Побед там уже в шашки играл. Перестрелся на огромной скорости. Он, получается, даже не тормозил, да? Нет. Все, и влетел. Ощущение было такое то, что он даже газ, что ли, прибавил даже. Прям на полном отходу прям отрезается. Сейчас участников происшествия ожидает разбор в автоинспекции, а затем, вероятно, и суд. Страховых выплат может и не хватить на восстановление всех поврежденных машин. Айрат Назипов, Константин Бушуев, Вызов 112.